Всем привет! Сегодня хотим поговорить с вами о проблемах, которые возникают, когда собачники гуляют со своими собачками без поводка. Очень часто мы слышим подобные разговоры: «Да она не кусается, моя собака добрая, она не бросается, не бойтесь, не бойтесь». Все понятно, все собаки любимые, классные, крутые, мы их всех очень любим, но в общественных местах есть определенные правила поведения, и их нужно придерживаться обязательно. Потому что если вы гуляете с собакой на поводке, вы проявляете уважение к окружающим вас людям. Если вы гуляете без поводка, вы, во-первых, можете сами создать проблемную ситуацию, если ваша собака отреагирует на какой-то раздражитель, бегущий ребенок, велосипед или другая собака, неожиданно для вас, например. Либо создать просто некомфортные условия для окружающих, потому что бегущая быстро собака, даже будь она самая добрая и красивая, может сильно напугать ребенка. Может вызвать встречную агрессию у собаки другой, которая идет на поводке. Поэтому очень советуем отпускать собаку с поводка в специально отведенных для этого местах, парках для выгула собачек, либо местах, скажем так, которые негласно признаны местами для выгула. То есть, возможно, лес, поле, рядом с озером. Нелюдные места, там, где ваша собака может вдоволь набегаться, наиграться в мяч, просто круто провести время, при этом не создав никому дискомфорта либо каких-то проблем. Конечно, более уверенными могут быть владельцы собак, которые посвящают много времени дрессировке своей собаки, которые уверены в ее реакции на их оклик, уверены в подзыве правильном собачке, уверены в команде рядом с вхождением с собакой. Вы знаете, что ваша собака идеально выполняет эту команду, она не отвлекается на другие раздражители, она ходит действительно у ноги. И, скажем, никуда от вас не отойдет, никуда не отвлечется и не побежит. В таком случае очень велика вероятность, что никаких замечаний вы не получите от соседей, либо каких-то недовольных встречных, и вам будет намного комфортнее выгуливать вашу собаку, отпустить ее в вольное плавание, в большом каком-то открытом месте, например, парке для собак, либо, неважно, лесок, либо поле, а в людном месте держать свою собаку по команде рядом. В этом случае прогулка будет намного интересней. Еще одна опасность, которая также подстерегает владельцев собачек, гуляющих без поводка, это то, что собака, гуляя вдалеке от вас, может сама стать жертвой нападения другой собаки, либо выбежать на дорогу, попасть под машину, попасться какому-то неприятному человеку, который расценит ее появление без поводка как некое оскорбление. Очень часто мы такое встречаем. Во избежание всех вот этих вот неприятностей очень советуем гулять с собачкой в людных местах на поводке. Лучше предотвратить проблему, нежели потом решать ее, лечить питомца, либо разбираться с соседями, с окружающими вас людьми. Поэтому гуляйте на поводочках, без поводков, гуляйте в специально отведенных для этого местах. Всем спасибо. Пишите в комментариях, где вы чаще всего выгуливаете вашу собаку и доставлял ли вам когда-либо дискомфорт кто-то с собачкой без поводка.